Вы знаете, я с огромным удовольствием выступаю с этим квартетом. И уже не однажды выступал. При этом вы, наверное, удивитесь, как составляется программа. Мы едем, предположим, 7-го, вот мы ездили в Зеленоград, и пока в машине я сижу рядом с Володей, который этим заведует всем, он мне говорит, какие будут номера. И я уже в машине решаю, что я буду между этими номерами читать. Это гражданская война, но мы хотим чем-то объединить все эти программы. И вот объединить их мы решили таким моим стихотворением. Название необычное. Я абсолютно уверен, деды, но особо будут праздновать день столетия победы. Те, кто были силой грозною, все уйдут, земле оставив только холмики со звездами, только холмики с крестами. Не ищите, не ищите вы в день столетия право слова, и не надо ждать столетия. Лучше вы вокруг взгляните тех, кто жив пока на свете. Берегите, берегите. Вот это было объединяющее все наши программы стихотворения. А сейчас мы начнем первый раздел, посвященный гражданской войне. Под Нарвою и Псковом в феврале, в сражениях 18-го года, ты родилась, чтоб защитить свободу. Ты шла лавиной грозной по земле, везде, всегда, во всем верна народу. Когда свинцовый дождь бойцов косил, когда не оставалось больше сил, когда от тяжких ран ты кровью истекала, отчизна вновь звала тебя на бой, и знамя вновь взвивалось над землей, и из огня и пепла ты вставала в лихом бою, судьбой жестокой споря, шагала по долинам. Сгромили атамана, разогнали воевод, и на диком океане вновь закончили погон. И на диком океане вновь закончили погон. Живут войны гражданской песни. Они сегодня с нами вместе. Мы можем вспомнить не одну, как уходили комсомольцы на гражданскую войну. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Вот в поездке в этот самый, в Зеленоград, он мне вдруг говорит,
А вот сейчас, наверное, трудно будет подыскать, потому что мы будем играть фантазию на темы цыганских песен. Я говорю, спокойно, будет. И читаю: «Мы цыганочку нашу не просили спляши, не за денежку пляшет, просто так, для души. И на вихрь этот глядя, ты хоть падай, хоть стой, а цыганочке ради 5 годочков 6. Мы присели с ней вместе, и за что не пойму, все цыганские песни пела мне одному, и меня заставляла повторять за собой. Ошибусь, поправляла, покачав головой, пела тихо и грустно о разлуке она. Ой, в душе моей пусто, я осталась одна, а за этой другую, про любовь и печаль, про дорогу степную, уходящую вдаль, про шальные рассветы, что сводили с ума, пела так, словно это испытала сама. Но откуда, откуда, не пойму, хоть убей, очарованный чудом, низко кланяюсь ей». А теперь о квартете. Всюду славится по праву удивительный квартет. Он работает на славу. Конкурентов в мире нет. Ни в Нью-Йорке, ни в Рязани, ни в Москве, ни в Дагестане, ни в Мадриде, ни в Казани, ни в Париже, ни в Милане. В чем секрет? Да нет секрета. Чем работа хороша? Тем, что в музыке квартета русская душа. Очень короткое стихотворение о квартете я хотел прочесть после того, как вручат им эту высокую награду. Но тут, вы заметили, произошел казус небольшой. Оборвалась струна, да, у балалаечника. И поэтому я прочту это стихотворение про квартет, но у меня возник экспромт. Я его записал. Их талантливой игрой все люди восхищаются, а темперамент здесь такой, что даже струны обрываются.